Все комитеты Хурала в ушедшем году поработали плодотворно, заявляет зампред республиканского парламента Владимир Павлов. В 2016-м принято 156 законов, а количество отозванных законопроектов заметно уменьшилось. Анализ законопроектной работы в 2016 году показывает, что по сравнению с итогами 2015 года отмечается положительная динамика исполнения основного раздела первой примерной программы законопроектной работы на 2016 год. В прошлом году в бюджете республики предусмотрели 10 миллионов рублей на производство национальных фильмов. Но снять бурятское кино на республиканские деньги так и не удалось. В связи с отсутствием средств в 2016 году мы не смогли этот вопрос внести, хотя попытки были. При этом, значит, в связи с отсутствием средств. Но в этом году мы на февральскую сессию вносим вот этот вопрос и 16 миллионов ставим на этот вопрос. С тем, что бурятскому кино нужна поддержка в виде официальной юридической организации, согласились и другие депутаты. Цининжаб Батуев намекнул на фильм Салбона Лыгденова «321-я Сибирская», который фактически снимается на народные деньги. Я бы очень просил бы и настаивал бы все-таки подумать, потому что по 321-й дивизии, да, мы сейчас стоим и вроде бы все хотим помочь, а легальных форм решения вопроса нет. Иннокентий Егоров сообщил, что Министерству культуры Бурятии уже дано задание проработать вопрос о создании фонда, в котором оно будет учредителем. Создание некоммерческой организации по поддержке кинематографии зампред назвал нецелесообразным и отметил, что если все же учредителем фонда станет республиканское ведомство, то вызывает опасения, что от желающих кинематографистов не будет отбоя. Мария Латышева, Андрей Дармаев. Новости дня.